Продолжаю ежедневные короткие выпуски моего видеодневничка. Рубрика «Камчатка. День за днем». В этой рубрике я рассказываю, что в разные годы века минувшего происходило на полуострове. Рассказываю по материалам периодической печати минувших лет. Газета «За колхозную жизнь», выходившая в Эссо, 1946 год. Заметка «Доклад для женщин-избирателей». 19 января на агитпункте избирательного участка номер 503, село Эссо, для женщин-избирателей, заведующей райбольницей товарищем Пеньковой, был прочитан доклад «Женщина, равноправный гражданин СССР». Выступающие товарищи, домохозяйка Гущеварова, Чухно, Черканова и другие, призывали женщин избирательного участка номер 503 в ответ на заботу советского правительства, партии и лично товарища Сталина о советской женщине еще успешнее трудиться и в день выборов отдать всем как одной свои голоса за неразрывный блок коммунистов с беспартийными, за наших славных кандидатов товарищей Пуркаева и Юмашева. Вечер закончился выступлением драматического кружка художественной самодеятельности Дома культуры. Это был 24 день января, газета «За колхозную жизнь», 46-й год века минувшего.